Как называется мультик? Тадым. Американский. И у меня пошла запись. Шкальников, подождите. Южный парк, когда серия про вов, когда они качались на локации с мобами второго уровня. И такой, чтоб прокачаться до 50-го, нам нужно убить 1,5 миллиарда мобов. Может, там было про то, что сидя за компом. Всего 1,5 миллиарда. Это население Китая как раз. За который я играю. 1,5 миллиарда экспы им надо было набрать, а за одного моба давали 1 или 2 экспы, если бы ты. Если ты уже выше левелом, чем он, и он серым подсвечивается. Спасибо за такую просветительскую работу. Раньше вов. Сказал эльф 80 уровня, правда бывший. Ну я ж не знал, что ты играл в какую-то игру, причем за бабских персонажей, которые порят друг друга в задницу. Это ты сам я вам обещал придумал. Фразы, которые вы никогда не забудете. Вот запоминайте. Купить новый этот. Кто упоролся? Упоролся, к сожалению, Мрамор. Я. Или, к счастью, кому-то это нравится. Помните, я обещал вам сказать фразу, которую вы никогда не забудете? Ну, так выходит. Ну, можешь продолжить. И все одобряют, да? Мы ходим. Мы ходим, ходим, ходим. Ходим, ходим, господа, ходим. Вот. Пытаемся, если по крайней мере. Если сейчас не успокойтесь, сейчас я... Сейчас, блин, мне Steam не открывается. Воды тогда через... Google в помощь. Да, Google это мощь. Сейчас, знаете, что мы, как мы работаем, кучу музыку, его забанят за авторские права. А ты удаляешь из журнала порно-страницы, мне интересно. Ты чего? Фу. Фу. Ой, вот это статистика. Если кто-то говорит, что он не занимается анонизмом, то он занимается тем еще больше. Поэтому... Ну, анонизмом занимаются 99,9% всех парней и девушек на планете. Это так получается, что каждый из тех, кто сейчас находится здесь, занимается анонизмом, естественно. Все в порядке, все нормально. И большая часть слушателей только что узнали о себе эту страшную тайну. Это не... Ну... Те, кто не занимается анонизмом, в основном занимаются сексуальное видение во снах, и называется это полюцией. В общем, там целая медицинская раскладка. Пошло-поехало. Я даже не знаю, запикивать мне эту серию или нет. Так, а что тут запикивать? Сексуальная тема, это же такая же простая тема, как и тело о политике и так далее. Тело. Нет, а помните эту фразу, типа, я буду заниматься вашим сексуальным воспитанием? Это можно отдельный канал создавать. Сексуальное воспитание. Это кто-то его будет вести, мне кажется, лучше всех. Так, я предлагаю этой жабе такое интересное предложение. Ему тебе понравится такое или нет? Предложение, от которого нельзя отказаться. Вот я понимаю, если меня долго не было на дискуссах, и там какой-нибудь подписчик написал, о, где Женя Евсеев, ибо я самосожженный с канала. Самосожжение канала. Так. Что, может, колония? Что тебе не нравится, когда о тебе спрашивают подписчики? Я знаю, но у тебя... Меня у тебя никто не знает, я тебе сразу говорю, так что ты врёшь. Вообще никто не знает. Тебя никто нигде никак не знает. Ты зашифровался, зашифрование некуда. Скрылся в вакууме. Сколько со мной было? Раз, два, три. Очень мало, очень мало. Я боюсь кто-то. Потому что я упорю. Ну, то потом надо объявить войну. Он сам объявит войну, это не заставит жалко ждать. Mm-hmm. Он сделает так, что война придет к тебе.
Кнут опасен и прекрасен. Я поставлю армию на колени. Тем более ресурсы это позволяют. Армию купишь? Многочисленные и невероятные ресурсы. Знал я одну белую белобрысую бабу, которая купила армию. Как ее звали? Поведай нам. Так. Так, ждем троих. Так, Маргарет Тэтчер, единственная баба, которая занималась армией. Весьма и весьма продуктивно для своей страны, я могу вспомнить. А вот цвет волос ее я не помню. Это так давно было. Успешно. Великолепно. Мой остров настолько мал, а я еще не в самом днище. Ну, молодец. Значит, делал все правильно. Он, наверное, по размерам как Мандира. Достойно и прекрасно. У тебя все еще впереди. Угу. А Кнут, кстати, так и не убрал своего военного. Вот я сберу. Отдавай деньги, тварь. Это кого там Духнич опять разводит? На литр воды. Не разводит, он требует то, что его по праву, а ему не дают. Кто там? Там уже все. Давай деньги. Кто, кому? Деньги давай. Какие? Оно не дает и не даст. Жизни несправедливо. Я тебе дробашок раскроил. Ну, особенно ладно, к Духничу. Еще один город. Построю еще пушки, построю еще длинные перфораторы с дилдачиной на конце и приду к тебе домой. Кому? Кутами? Нет, ты не в теме. Ты не знаешь ее. Да. С ней тяжело о чем бы то ни было договориться. Я уже вон какой ход пытаюсь. Она обижена, да, потому что вы отжали у нее два города через дипломатию. Нет, и теперь она не... Реально был ход... компьютером за меня, потому что все юниты сдвинуты. Печалька. Нереальная печалька. Мы вот так сожалеем. Теперь я нашел реал материк. Я нашел материк. Давайте переиграем. Шучу. Не. Вдруг не загрузится. Материк с кнутом ты нашел. Материк. Который выше материка с кнутом. Выбрать операцию. Выбрать операцию. Через 100-500 миллиардов лет на территории Центральной России, Восточной Украины, Восточной Беларуси будет, короче, охрененно здоровые горные плоскогорья. Это хорошо. Не очень. Что там у вас происходит? Ждем, когда проходит Немо. Немо здесь что-то проводит Немо... хитрые планы. Красиво. Свои. Сегодня жесть. Мощнейшие тактические схемы проворачивает. Ну или просто Ой. Тупит. Что тоже Сколько возможно. Сегодня поиграю я в Майнкрафт. Давайте это удалим. Так, еще один караванчик.
насоздавал же этих ксенороев. Непонятного происхождения. Ты. Три штуки. Зачем? Не знаю. Тебе они показались серьезными парнями, которые обеспечат полет. Обеспечат его суверенитет и безопасность. Я думал, что они смогут стрелять издалека салом каким-нибудь зеленым. Mm-hmm. Они ничего не могут. Они только хряпают челюстяками. Этакие негодяи. Фактически, это волкосраки-жуки эти. У Фриленда второстепенный город растет круче, чем у меня столица. Как такое может быть? Ну, это комп, он умеет. Он и рисует. Умеет так делать. Что-то я понастроил торговых караванов. Или это комп. Деля приемников. Это точно комп понастроил. Удалить нафиг. Вот больше нечего мне делать, как запускать неделеприемники. Я лучше запущу еще один караван. Торговый. Жесть, он как-то два, по-моему, каравана умудрился в город запихнуть в один. Наконец-то я ход закончил. Срок действия мирного договора с Духничем закончен. Обалдеть. Нападай, нападай. И я у меня куда-то уплыла артиллерийская машина, и ее сожрал. Морской дракон. Жаль. Вообще, я прям чувствую, как вы мне сопереживаете. В голосе одно сочувствие сплошное. Узел тактической сети. Орбитальный юнит дает 20 боевой мощи и 20 мощности дальнего боя. Вот это классная штука. Я прямо-таки слышу боль в ваших голосах. Мы просто поем. О, какая боль. Аргентина и Ямайка. Капитанский крейсер «Рогатый жаба». Пытается здесь проплыть. Да, он собирается захватить всю территорию. Да, он пытается не сдохнуть, я смотрю. Он собирается уничтожить твою наладан дышащую, загнивающую американскую империю. Китайскую. Ты не понимаешь. Загнивающую просто. Она китайская. Сгниющая. Паназиатская, вернее. И не такая уж она загнивающая. Она вполне себе перспективная. И как его? Развитое и все такое прочее. Я тут вижу, тут собор Евсеев собрался, американская. Что-то там. Так, ну это. Что-то там! Это я знаю. Что-то там, что-то там. Туда блин, я не помню, вот это классно! У Евсеева, если бы он переплыл через море на восток, там такое, короче, место тут. И грибы, и кораллы, и водоросли, и 6 геотермальных источников, и резины, и гравий, и ресурсы еще какие-то, и метамфетамин, и еще грибы. Короче, Духнич попал в рай. Не, это да, у меня ж нету это ничего. Маленький метамфетаминовый Духничевый рай. А что, метамфетамин вообще все, наркотики это плохо. Но иногда хорошо. Но они вообще всегда плохо. На самом-то деле. Чуть-чуть хорошо, а потом очень плохо. Мне интересно, почему у меня рабочий стоит, не пойми, в каком месте. Надо же, я не, опять. Не пойми, в какой позе. Походил быстрее всех. Ла-ла-ла-ла-ла. Ну, следующего сюда, наверное. Также Харю, скажите, когда закончится ход, я рабочих расставляю. Уже? Она просто не может мне ничего дать, Виктор, и не даст никогда. Потому что она думает... Если 6 ходов прошло, а она ничего не делает,
и не хочет ничего, помню, кроме белого мира, значит, не работает. Я ничего не помню, когда начался. Да, даже если просто можно заключить мирный договор, она там что-то предлагает, больше, чем она сразу предложит, в дальнейшем не вытрясти. Она ничего не... Она ничего, ну, значит, не и не вытрясти ничего. Тварь. Еще один гелиоприемник. На этот раз с капсулы. Так, давайте я его перекину... В тингу он повешу. У нас уже больше времени, чем я хотел. Над своими. У нас же 30 минут практически, видите, я даже сделал для вас уступ. 28 минут 46 секунд, да. Подожди, а у меня 20. Ну, я делал перерыв, у меня будет 20, но ладно, я могу смонтировать. Кстати. Три вещи сложно посмотреть. Мрамор, ты тянешь ход. Если что. 5 минут. Так что завершай его. Закрывай дверь, мне не сейчас об этом говорить. Мрамор, Лю. Ход завершай. Я нажал завершить. Молодец. Нажал уже давно. Спасибо. Мы в тебя верили. Не сильно, но верили. Это все Евгений Евсеев. Я, похоже, слишком агрессивен. Так. Ваш юнит уничтожен! Нахрен ты туда поплыл, тварь! Мняшки-пожирашки! Та-дам! Я их обожаю. Тебя что-то съели? Так, вот расходимся, уже пора, мне тут уже надо будет, уже, ну, максимум 5 минут. Ну, 5 так 5. Даже все, меньше, уже 4. Серьёзно? Все, пока, всем пока, до свидания, я выхожу. Эх, да. Ну ладно, я расставлю напоследок. Это норма, это норма, это норма. Подписывайтесь на мой канал. Великого школьника. Отписывайтесь от Космонема. От всех. Другого великого школьника. Отписывайтесь от всех, да. И ни на кого больше не подписывайтесь. Бегите, глупцы. Да. Бегите. Ладно, всем пока. Если вам понравилось. А ведь один ход остался до постройки такого чуда всех чудес. Для тебя я готов. Великой печенюшки. А нет, 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 нет. Не надо, уже раз расходимся, то расходимся. Мне просто хотелось посмотреть, даст оно что-то мне или не даст. А чё за чудо-то, или это секрет? Это будет... это будет... Нет, не говори. Это будет приколюха для Ну ладно. Серии. Да. Все равно на этом ходу будет сохранение. В общем, закончили.